Всем привет, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня и интернет-проект Фаберлик Онлайн. И 13.02, да, уже очень давно, у нас с вами появилась новая функция «Поделиться», да, вот так она и называется. Что оно значит, да, то есть мы с вами можем делиться ссылками на любимые продукты Фаберлик, флеш-каталоги, новости и другие материалы на сайте, рассказывать друзьям, коллегам, знакомым о продукции, выгодных предложениях компании с помощью функции «Поделиться» в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter и так далее, а также в мессенджерах Telegram, WhatsApp и Viber. Каждая ссылка, отправленная вами с помощью функции «Поделиться», индивидуальная, реферальная. Если человек, который перешел по вашей ссылке, зарегистрировался на сайте и совершил покупку, он автоматически попадает в вашу структуру. Давайте посмотрим, как пользоваться новой функцией «Поделиться», да, то есть называется она так, да, именно «Поделиться». Порекомендуйте друзьям и знакомым сделать покупки с Фаберлик, отправив им ссылку на продукцию, акцию, флеш-каталог и так далее, разместив пост ссылкой в социальных сетях. Значит, для этого мы с вами, вот это сейчас каталог, да, и мы с вами можем поделиться каталогом, вот сюда везде, да, где указано, да, тут ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Прин, так, это Телеграм, это, по-моему, WhatsApp, Вайбер, что-то вот. Вот, далее, значит, разместите пост с ссылкой на стене и отправьте в личном, или отправьте в личном сообщении, да, то есть мы можем выбрать друзья-подписчики, подписчики сообщества, да, это ВКонтакте. Третье, если перейдя по вашей ссылке, новичок захочет зарегистрироваться, сделать покупки, он попадет в вашу структуру автоматически в первую линию под вас. Вот, далее, значит, чтобы получать, да, то есть, вот, да, и, ну, в общем, тут, я думаю, уже все понятно. То есть, как мы с вами используем новую функцию «Поделиться»? Заходим в любой раздел, да, давайте нажмем «Одежда, аксессуары». «Одежда, аксессуары», да, вот оно идет, да, все здорово, все классно. Тут нет функции «Поделиться», да, то есть, значит, человек, если вы вот тут вот будете копировать, отправлять, человек к вам не попадет. Вы должны это понимать, да. Вот, но у нас с вами есть каталог, да, или вот отдельный товар. Когда вы нажимаете на полноценный товар, то тут есть функция «Поделиться». Смотрите, я делюсь, допустим, в, ну, давайте ВКонтакте поделюсь. Делюсь ВКонтакте. Друзья, подписчики, подписчики сообщества отправят личным сообщением. И могу написать свой, допустим, комментарий, а могу, в принципе, и не писать. Да, ну, давайте я сейчас вот это вот скопирую. Да, ну, пока на данный момент, да, и отправлю вот такое вот. Также, конечно же, мы с вами можем проставлять хэштег, если нам захочется. Так вот, значит, допустим, весна, можно сделать хэштег, да, то есть женственный, элегантный, да, допустим. Ну, я таким образом, но обычно учат, чтобы вы внизу делали хэштеги, да, то есть, ну, как бы я таким образом делаю, вас не призываю ни в коем случае. Да, то есть вот скромный, необычайно женский акцент, да, то есть я делаю несколько хэштегов, да, и, ну, конечно же, что это серьги хэштег, да, то есть и еще могу, допустим, сделать хэштег где-нибудь внизу, написать, к примеру, Кононова, да, то есть свою фамилию. Ну, и давайте же отправим, посмотрим, как оно все это будет смотреться. Отправляем. Все, да, то есть сейчас я на своей страничке нажимаю, ну, перезагружаю ее, конечно же, перезагружаю, и вижу данный пост Сережек вот тут вот, да, когда люди проходят по этой ссылочке, да, то есть давайте с вами посмотрим, да, то есть вот через «Поделись» люди по этой ссылочке, они будут проходить, да, давайте я сначала сейчас выйду с сайта Фаберлик при вас, да, то есть вот, нажимаю «Выйти». А, так, 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 вот выход. Все, я вышла. Видите, вход, регистрация. И вот сейчас я нажму на нее. Серьги Коко. Проходим, смотрим.
Да, то есть вот, все, мне вроде бы как захотелось, я вроде бы как хочу. И я нажимаю или добавить в корзину, или я нажимаю регистрация. Нажав на регистрацию, люди попадают ко мне. Если я захочу добавить то, что я смотрела в корзину, люди попадают ко мне. Если я, допустим, зашла посмотреть, а что там продают детям, и хочу купить, да, то есть хочу купить и добавляю это все в корзину, вот, и потом нажимаю перейти в корзину, да, тут у меня, ну, грубо говоря, немножечко потестировала, вот, я нажимаю зарегистрироваться и начать заказ, люди попадают именно ко мне, да, то есть это нужно обязательно знать. Далее, что мы с вами будем делать с сайтом? Так, давайте, регистрация. Вход, я нажимаю войти. То же самое, что вот где вот эти вот штучки есть, это везде этим можно делиться, да, то есть везде, абсолютно везде. Нажимаем флеш-каталог, абсолютно любой флеш-каталог выбираем, да, то есть и, к примеру, так, ну, этим мы еще пока не поделимся, да, то есть, ну, давайте вот новый каталог Флоранж возьмем. Он у нас сейчас с вами откроется. Он у нас с вами открылся, и мы им можем поделиться. Да, ну давайте в Одноклассниках теперь поделимся. Да, то есть вот каталог, Флоранж, Фаберлик, весна, лето. Ну, давайте вот в статус не буду ставить, но вот таким вот образом опубликую. Сейчас я выйду с сайта. Так, личный кабинет, выход. Выход, все, я вышла. Я иду в свои Одноклассники. Вот они, мои одноклассники. Нажимаю именно Анна Антон Кононов, то есть, чтобы на свою ленту попасть, да, и смотрю. Ой-ой-ой, как я далеко улистала нечаянно. Да, то есть, каталог florangefaberlic.com. Захожу. Да, смотрю, что мне хочется. Листаю. Может быть, мне что-то понравится. Да, то есть, вот. Таким вот образом. Посмотрела, что-то мне понравилось, захотела, да, или в корзину добавить, или захотела купить, связаться, что вот мне вот такое хочется, вот такого размера, да, вот. И как бы если я нажимаю регистрация, то есть именно через «Поделись» работает. Тут я, понимаете, тут опять я. Я, да, то есть, допустим, я как покупатель решила посмотреть, да, то есть, а что это такое тут для бизнеса, да, например. Поползала везде, походила, поузнавала, что тут есть для бизнеса. Очень даже интересно, да. И думаю, ну ладно, дай зарегистрируюсь. Нажимаю. Я как покупатель опять у того, по чьей я ссылочке прошла. Понимаете? Вот это очень-очень важно. Тут мне сказано, что ваш подарок за регистрацию Кавори при заказе на такую-то сумму с 26 февраля по 18 марта. Да, то есть вот тут есть да, нет. Если он только уберет вот эту галочку, только тогда он к вам не придет. Понимаете? Только тогда. А так, как вы видите, мой номер прописан и что Кононова Анна Анатольевна. Пожалуйста, все хорошо, все здорово, все легко, все просто в понимании. Вот таким вот образом я делюсь. Если же вы смотрите, будете делиться, к примеру, разделом новинок, да, то только по одной новиночке. Это, конечно, очень много, новинок у нас много. Могут заспамить, поэтому можно еще пользоваться сократителем ссылочек. Но тогда, допустим, давайте, ой, не, ну ладно, уже нажала. То есть тут без разницы, да? А если вы вот таким вот образом поделитесь уже, да? А, подождите, я не вошла. Сейчас я войду. Сейчас я войду. Теперь я перезагружу, что я вот тут вот, да? Давайте на всякий случай. Перезайду. Вот таким вот образом. И теперь я вот эту ссылку копирую, да? Вот, давайте же я зайду в любой другой браузер. А, да, ну давайте вот, к примеру, в этом.
Вот, и нажимаю Enter, когда я захожу. Да, то есть, и когда я нажимаю уже регистрация, тут никого нет, и человеку нужно назвать, что да, и тут вписать ваш рекномер, понимаете? А если человек вот регистрировать, вот проходить именно вот по этой вот ссылочке, да? Так, какие у меня тут есть ли странички вбитые? Сейчас я посмотрю для примера. Угу, нету уже. Вот, значит, а если вы поделитесь, да, вот, вот данной вот ссылочкой, да, к примеру. Так, сейчас, секундочку. Я возьму, да, то есть, вот, допустим, этот же самый пост. Ага, я тут на него только так могу нажать, да? Ну, давайте тогда сюда зайдем. Вот, да, то есть я нажимаю копировать ссылку, да, вот вы видели. Значит, захожу сюда и нажимаю на копировать ссылку, то есть ссылочку я скопировала, я по ней прохожу. Серьги Коко, да, то есть абсолютно новый браузер. В регистрации я. Вот что я вам пытаюсь доказать. Вот таким вот образом. Да, то есть, и когда человек с вами воюет, да, там, ой, мне нечего заказать, еще что-то, вот тогда я с ним разговариваю уже. И я ему, как зарегистрированному, так как у него уже есть логин и пароль, могу посылать вот, вот эти вот, да, блоки продукции какие-то, да, не обязательно каталог, я ему могу послать косметику, да, или я ему могу послать то, что вот она скажет, да, вот мужчинам нет футболок, я ей покажу вот именно, допустим, раздел футболки, да, то есть вот так, где у нас одежда, 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 так, дезодоранты, тело, аксессуары, обувь, вот, одежда, да, вот, проходим, да, и вот тут вот я могу отсортировать по цене, так, почему-то самое дорогое вышло, вот давайте самое дешевое возьмем, и вот они футболочки, да, вот считайте, 300 рублей по нашей цене, да, то есть я копирую, я копирую эти футболочки и уже человеку в соцсеть высылаю все, что ему захочется, да, то есть всякие люди бывают, они говорят, да, на самом деле, и я тут же пишу, допустим, про эти футболки обычную правду, что они не тянутся, там горловина не растягивается и так далее, да, то есть даже после 10 стирок, если стирать там при 30 градусах, как указано, да, то есть все хорошо, все здорово. Да, то есть вот по такой ссылочке уже, когда лидер попадает, он уже попадет не к вам на регистрацию, да, то есть видите, сейчас я вам просто скопировала, да, то есть и такими ссылочками делиться ни в коем случае нельзя. Ну, это меня, наверное, просто браузер запомнил. Давайте еще раз попробуем. Да, то есть я тут скопировала, вроде бы моего номера нет. Так, хорошо, давайте возьмем здоровье. То есть, ну, как бы я, видите, привыкла все делать для людей, которые ко мне приходят. И у меня получается, что я всегда стараюсь им вот так вот всем угодить. Так, давайте Ctrl-C, открою новый абсолютно браузер, другой, да, ну, тут у меня страничка ВКонтакте, я под ней еще не входила сегодня. Так, Enter. И вот давайте нажмем регистрацию. Видите, все, нету. Там просто запомнилось, тут еще не запомнилось, да, то есть чистый браузер. Вот таким вот образом. Вот, ну что ж, с вами была Кононова Анна, интернет-проект Выберлик Онлайн. Растите, развивайтесь, зарабатывайте. И, конечно, знайте, как нужно делиться, да? То есть можно поделиться только через вещи, которые вот тут вот как бы, да, внизу есть, да? Вот давайте еще с вами отниму минутку вашего времени, и мы с вами зайдем в личный кабинет. И у нас с вами в личном кабинете есть такой раздел «Все новости». Какими-то новостями можно делиться, какими-то новостями нельзя делиться. Вот этой новостью делиться можно. Что я могу сделать? Да? То есть я могу поделиться в Telegram, если я захочу. У меня установлен Telegram на компьютере.
Отправить Telegram, да, то есть открываем ссылку, да, выбираем получателя, и, конечно, я буду делиться на свой канал, да, вот Фаберлик онлайн Кононова, да, то есть я делюсь на свой канал, вот, вот таким вот образом делюсь, да, или, к примеру, я могу поделиться этой новостью, ну, давайте возьмем, может быть, Facebook, потому что там еще мы не были сегодня. Да, то есть возьмем Facebook, да, вот такая вот красотища, публикуем на Facebook, и туда я сейчас зайду и посмотрим. Сначала выйду с сайта, да, пожалуйста, вот, сначала выйду с сайта, захожу на свой Facebook, вот она, значит, ссылочка, Анна Кононова поделилась ссылкой, да, что продукты, дом Фаберлик, там награда и так далее, да, а что я делаю, да, то есть я вот так вот эту ссылочку сейчас скопирую, пусть я вышла из кабинета, но я все равно зайду в чужой браузер, да, в чужой браузер, где я еще ни разу не проходила, пройду по этой ссылочке, да, ого-го, как мне интересно, да, далее нажимаю на регистрацию, и попадаю к Анне Кононовой. Да, то есть именно через «поделись» это работает. И оно у вас будет работать всегда. Да, то есть почувствуйте разницу. И, пожалуйста, я вас очень прошу написать мне, все ли вам понятно под видео. И если есть какие-то вопросы, я пересниму более подробное видео, если вам по этому видео было что-то непонятно. Всем спасибо за внимание. Растем, развиваемся, работаем, становимся драгоценными директорами. Всем удачи!